Добрый вечер, добро пожаловать в Амстердам. Арена имени Йохана Кройфа, которую мы сейчас наверняка увидим на своих экранах, включается в чемпионат Европы матчем Голландия-Украина, группа Си, Евро. Ну а теперь пиздепай себе на ход, входит в штрафную, левая нога, удар в ближний угол. И Георгий Буч штрафной, можно бить и отсюда, пас направо. И опять Бучат спасает великолепно свою команду Дензел Дамфрис. Был один на один в 5 метрах от ворота и не забил. Мяч на Де Йонга. И удар очень плохо. Блин, сложно было. Смотри, он ведь не просто попал. Подопорную, да. Бучан, там еще и рикошет был, самое главное. И успел руку выбросить в сторону. Голкипер, ну, разные стадии атаки. Он их готовит. О, какой пас! И мимо ворот. Какой момент у Дамфриса. Ша, дальше передача во фланг. Она проходит. И вот этот пас может привести к голу. Но опять блестяще играет. Бучан и вторым темпом забивает. Жоржиньо Вильналдум. Вот помнишь, о чем я говорил в первом тайме? Нельзя безошибочно играть, когда на тебя оказывается постоянно такое давление. И сейчас ошиблась сборная Украины в первую очередь. Дамфрис. О, вот это мощь. Продавил удар и 2-0. 2-0. Сборная Голландии делает то, что, наверное, должна была сделать. Но как-то уж очень легко на этот раз. И вот по бэку. Я говорил, что он найдет свой момент. Он нашел. И, похоже, происходит именно то, о чем мой коллега Павел Занозин говорил. Психологически немножко подплыло, так начинает подплывать сборная Украины. Центр сейчас получит мяч обратно. И вот отсюда уже можно пробить поворотом с левой. О, какой! Вот оно мастерство! И как хорошо, что некий менять Андрея Ермоленко, потому что не надо! Потому что он потрясающий гол забивает, и Украина начинает догонять. 41-й гол Ермоленко за сборную Украины. Роскошно! Хорошая подача, 2-2. 2-2, сборная Украины сравнивает счет. Это действительно лучший матч этого турнира, без уза фланга. И теперь навешивает, и удар по воротам. Ну что за игра, а? Ну это просто фантастика какая-то. Ну сейчас уже, кстати, я бы немножко Георгию Бучану предъявил за этот мяч. Сначала он выбил неточно и мог забрать удар. 3-2. Голландия вновь выходит в этом матче вперед. А кто забил-то? Дамфрис. Прям по классике, то, что называется, додержали мяч до конца. Суперматч. Действительно лучший на этом чемпионате пока, но мы много раз говорим пока. Значит, впереди будет еще веселее, еще интереснее. Супер новости. Теперь мой промокод от OneX дает бонус до целых 25 тысяч рублей на первый депозит для новеньких. Не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. А также мои постоянные партнеры OneX дают очень высокие кэфы на все события мира спорта и киберспорта. Также их сильные стороны – это пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта, ставка без риска и моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии или сканируй QR-код на экране. Все готово к матчу между сборными Португалии и Германии в группе F. Матч, который многое определит в этой группе. Матч, который может сделать Португалию уже полноправным юридически де юре участником плей-офф чемпионата Европы по футболу. Пространство появилось, опасная передача, удар по воротам. 1-0. Вот она эта передача. Да, было положение вне игры, Гнабри в офсайде. Да, теперь мы точно можем сказать, рука поднята вверх, положение вне игры. Пространство и помчался вперед Криштиану Роналду. Силва. Вот сейчас есть пространство в атаке у португальцев. Хорошая передача на левый фланг. Жота выходит к воротам. Передача. 1-0. Я не знаю, будет ли гол защиты. Я теперь просто смотрю. Да. Ну, а кто забил, вы сами знаете. Хотя здесь Бернардо Силва, Жоту и Роналду фантастическую веерную контратаку провели. Так и замедлилось. Кимих. Ну, и навес в штрафную. Да, там есть Госсенс. Надо попасть по мячу. И на этот раз это сделать удается. Госсенс свою работу сделал, и Кай Хаверт сделал свою работу. 1-1. Вновь через Госсенса идет атака. Передача на Мюллера. Мюллер навешивает штрафную слишком низко. Еще один навес. Хаверт, опасный момент. Кимих. 2-1. 2-1. Все меняется. Все переворачивается в этом матче. И вновь отмечаем Госсенса в первую очередь. С левого фланга пошла атака. А дальше немцы, ну, просто с мясом занесли туда этот мяч. Хаверт. Пас на левый фланг, но Госсенс уже, может быть, сам забьет. И сам решил обыгрывать. И обыгрывает, Пепе входит в штрафную, удар. Через Хаверца на Мюллера. Мюллер вперед на Кимиха. Мюллер сам бить не стал. Опять Госсенс один. Абсолютно один.
Хаверт забивает. Ну сколько же можно наступать на одни и те же грабли? Все абсолютно моменты созданы Германией с одной и той же точки. Фланговая атака проходит. То, что с французами не получалось, навес. Браво! Этот человек 100% заслужил. Развалила сборная Португалии в обороне. Фланги пустуют у португальцев. И Госсенс, который сегодня во всех мячах поучаствовал, заслужил собственный гол. Навес. Неплохой навес. Роналду. Что, гол? Гол. 4-2. Весело у нас на арене Мюнхен. Немцы настолько не безупречны в обороне. Разводит руками Нойер и говорит, а что вы все бросили играть-то? Безупречно в обороне. Санчеш. Дар, какой поворот. Ничего себе штанга. Матч окончен. Встреча закончилась со счетом 4-2 в пользу сборной Германии. Добро пожаловать в Лондон, стадион Уэмбли, который здесь играют в рамках 1/8 финала Евро сборной Италии и Австрии. Знаменитый трюк по центру, удар Бареллы, ногой отбивает мяч. Бахман, классно сыграли. Иммобили. Ух ты! Иммобили, ничего себе удар нанес Чиро. Удар по воротам, и мяч летит выше. Это было очень близко. Это было невероятно близко. И еще один навес на дальнюю штангу. Удар по воротам. Арнаутович, мяч в сетке. Австрия выходит вперед. В матче против сборной Италии Марко Арнаутович. Но другое дело, что офсайд, поэтому... Да, офсайд, конечно. Положение игры у австрийского нападающего. Но еще раз. Еще один момент. Кьеза плохо мяч обрабатывает, но бьет и забивает. Феде Кьеза 1-0. Италия впереди. Блестяще сыграл нападающий Ювентуса. И мяч в сетке. Удар по воротам. И с девятки мяч вытаскивает Даниэль Бахман. Классно пробил Лоренцо Инсини. На этом уровне получился. Ну, Белотти. Белотти забыл пробить. Пессина. Вот гол! Забивает Италия. Забивает Маттео Пессина. Свой второй гол на чемпионате Европы. И ликует Италия, ликует сквадра Азура. Италия буквально за 10 минут переворачивает ход этого матча. Казалось, невероятной сложности у Италии, но... Австрия, посмотрим. Удар поворотом и... Доннарумма! Ничего себе! Могла Австрия моментально... Пол команды поменял. И мяч в ворота! Да, сборная Австрии забивает гол. Вот вам и сборная Австрии. Это Саша Калайджич. Первый пропущенный мяч Италии на Евро. И даже Дугарума не забивает Ди Лоренцо. И все, финальный свисток. Сборная Италии проходит в 1/4 финала. Это было тяжело для итальянцев. Браво, сборная Австрии. Стадиона сборные Франции и Швейцарии. Французы здесь фавориты. Французы фавориты всего чемпионата Европы. Ну, мало ли кто где фаворит. Все. И товар. Исхитрился сделать навес. Удар к поворотам и гол. 1-0 в пользу сборной Швейцарии. Смотреть будут наверняка, не нарушал ли правила. Но он головой вкладывает в нижний угол. Сеферович. Добьем. Дальний удар. Вот, это называется взорвал тишину своей левой ногой. Тоса с поваром. Ох! А линия штрафной. Это штрафная площадка. Пенальти! Рапалини прям все свое аргентинское. Дидье Дешам недоволен. Недоволен Дидье Дешам. Нет! Не забили! Родригес! Такой шанс! Льорис! Льорис, король линии ворот. С Гризманом в роли правого полузащитника, Команом в роли левого. Погба, можно пробить. Погба, остроумная передача, удар. Мбаппе, какой был шанс. И можно было... И опять шанс. И передача, Бензема, Бензема, вот оно. Вот так вот надо, передача-то в пятку пришла. Карим Бензема.
Вот точно сейчас самый знаменитый в мире Карим. Даже при наличии Карима Абдул-Джабара. Ох, Гризман! Еще один доставайте! Дубль, Карим Бензема! Дубль! На ровном только что могли вести! Вести швейцарцы со счетом 2-0. Удар дальний, Погба! Погба! Боль! Ну почему не каждый матч так, как ты в сборной играешь? Ну почему? Если бы ты так играл всегда, вообще бы не было вопросов, кто величайший. Подача будет? Да. Хороший навес! Да, Швейцария, Сеферович! Есть тут ребята, которые... Да, ты в игре, парень, ты в игре, точно! Ух, внезапный момент! Да, еще офсайд что-то свистит, да! А то был бы вообще какой-то эпизод-бомба. Эпизод. Можно пробить, удар, гол! Швейцария! Швейцария! Форт Свис! 3-3 сборная Швейцарии на 90-й минуте счет сравняла! Много людей. Коман! Коман! В перекладину! Фу, концовка! В одну минуту уложились два. Хорош, подача! Можно бить! Повар! Повар! Нет, Зоммер! Передача! Мбаппе! Мбаппе! Килиан. Удар! 1-0 в пользу. Удар в тот же угол. Без шансов. Вот так вот. Аккуратней. И бьет. Так. Ох. Подпрыгнул, а как? Бьет точно! Дотянулся вообще, он тоже в тот же угол! Коснулся мяча, Леори! И потом всю злость вложил в этот крик! И он забивает! 5-4! А что такое? Почему все смотрят? Да! Ждал Зоммер! Ждал, не скажет ли, что он рано вышел из ворот. Только что Ян Зоммер отправил с чемпионата Европы сборную Франции! Эрик Гарсия, 24-й Америк Лапорт, 14-й Хосе Гай. А вот проникающий пас, Коги, опасный момент и спасает свою команду. Доминик Ливакович, как же Коги не реализует. Не так давно в Лиге нации эти команды играли друг с другом. Ой-ой, вот это момент. И вот так вот хорваты, не нанеся ни одного удара по воротам, выходят вперед. Ну, здесь много курьезных моментов на чемпионате Европы было, но... Быстро доставили мяч в атаку испанцы Ферран Торрес на 77-й минуте.
близко и нет. Так посматривают на Джанейда Шакира. Все, финальный свисток сборной Испании выходит в четвертьфинал и поедет в Санкт-Петербург. А ее соперник... Четвертьфинал. Бельгия играет с Италией на Мюнхенской арене. Снимает руку, вот она подача, низко! И гол! Не будет ли этот гол отменен? И вообще Бонуччи ли забил? Смотрим повтор. Мне кажется, там были сразу три ситуации для того, чтобы... Да! Гол этот отменен. Фланг против Де Брюйне играет Бонуччи! И Донна-Рума! Ручищей своей длиннющей до мяча дотягивается. Не факт, что этот мяч шел в створ ворот, но это в один против Киелини спешит на подмогу партнер. И Донна-Рума вытаскивает мяч. Еще один удар в тот самый. Да, мгновенно показал, что надо подниматься. И Мобили по-прежнему не встает. Удар! Гол! И это Баррелла! Баррелла открывает счет в этой игре. Центральный полузащитник этот. Ну, не сказать, чтобы мозг, но мотор точно итальянский. Завел воротом чаще. Синий, это момент для удара. Лоренцо! И Синий! Вот ответ всем скептикам и критикам. Его второй гол на турнире в излюбленном фирменном стиле. Упакован мяч в дальнюю девятку и даже... Играл он, это был совершенно другой футбол, другая команда. Другой стиль. Доку падает. Штрафной. Паузу выдерживает Винчич, и он не уверен, но все-таки показывает на 11-метровую отметку. Лукаку против Донна-Румы. 1-2. Лукаку возвращает Бельгию в дело. Важнейший гол забит. Доку зарабатывает пенальти, а Лука гоняет. Внимание, момент! И не забивает Лукаку! Не забивает Лукаку, это Спинацола! Успел подстраховать защитников прикрытия. На Мюнхенском стадионе. Внимание, пас, классный момент. Отдает как раз таки на шатле, рикошет. И мяч пролетает. Смывает воздух над вратарской. Но не видели раньше. 5 лет назад сборная Бельгии в этот же день проиграла в четвертьфинале. В этот же день сборная Уэльса со счетом 1-3. Но сегодня сильнее уже Италия. Ура, товарищи! Всем привет! Это снова футбол, большой футбол. Италия и Испания на Уэмбли. Три, Оярсабаль, будет удар, удар! И еще удар! И Донна-Рума! Донна-Румище! Инсинье входит в штрафную. Инсинье, Эмерсон, опасный. Оярсабаль смещается, передача, Бускетс бьет! И мяч проходит над перекладиной. Вообще заряжает Федерико Кьеза, подхватывает мяч, удар! Не убежал из Лондона. Сейчас Бирмингем. Какая передача! Вау! Просто не сдаться. И Коке. Подача! Нет! Вот это момент сейчас у Эрсабаля! За голову схватилась вся Испания. От Арагон Эрсабаль. И момент удар Ольмо! Не попадает Дани Ольмо. Но в цепь мячом. В первом тайме 0 ударов. Второй ворот было у итальянцев. Ольмо ворот! Нашел хорошую возможность для удара. И здесь нет положения вне игры. Удар, мяч в ворота. Берарди забивает. Нет положения вне игры. И Симоньо! Тиаго Алькантера. Бернардески в девятку. В девять. Знаете что? Марата. Не забил! Донна-Рума! Джан Луиджи Донна-Рума подхватывает знамя Джан Луиджи Буффон.
Эль-финало! Эль-финале для сквадра Адзуры! Промежуток между большими финалами, в общем-то, и не было. Ну и кроме того, из победителей чемпионатов мира англичане – единственная сборная, которая пока не побеждала на континентальном первенстве. Вот, пожалуйста, для них вызов. Что здесь творится? Весь Лондон стоит на ушах буквально. Вера, прекрасная подача. Есть навес. Опасный момент. Гол! Сборная Англии сразу же открыла счет. Итальянцы ошиблись. И Люк Шоу пробурил буквально оборону сборной Италии и могучим ударом с левой ноги к восторгу как простых болельщиков, так и членов королевской семьи английской отправляет мяч в сетку. Идет дальше Кьеза. И удар с левой ноги. О-о-о! Да, Кьеза! Как следует. Идет в обыгрыш. Удар! Это опасный момент возле ворот сборной Англии. Первый по-настоящему опасный. Пикфорду пришлось выручать, что он и сделал. В атаку идет. Такого почти не видели. Удар по воротам. Неплохо. На ближнюю штангу. Бонуччи. Удар! Мяч в штангу! Гол! Мяч оказывается в сетке! Да, сборная Италии сравнивает счет! Они ликуют, ликуют! Я, честно говоря, не совсем понял, как это произошло. Но Койпес показывает. О, Хиелини! О, Хиелини! Желтая карточка явная. Проиграл. Один-ноль. Сборная Италии вышла вперед. И угадал Донна-Рума, но... И парирует этот удар Пикфорд. Вытаскивает из нижнего угла удар Белотти. Как молотком заколотил в угол Магуайр. Да. На уровне мастерства Бонуччи. Штангу! Пижонил Рашфорд и пробил в стойку в основании. Забивает Федерико Бернардес. Бьет Донна-Рума! Спасает Донна-Рума! Нет! Пикфорд! Пикфорд спас! Сборная Италии! Форца сквадра Адзура! Форца! Сборная Италии! Да, должно было быть так, чтобы была драма! Итальянцы выигрывают этот чемпионат Европы! Жан-Луиджи Донна-Рума! Сборная Италии! Чемпион Европы!